По какой причине Magic Five снова вместе? Будто проникаем в чужой дом. За что Диму Евтушенко ударили по лицу? Ты что, их гонишь? Что случилось с ребятами, из-за чего их засунули в багажник и увезла охрана? Как отреагирует подписчик, когда узнает, что 24 часа он будет управлять Magic Five? За этой дверью уже находится Боря, он даже не подозревает о том, что мы сейчас здесь находимся. Просто представьте его реакцию, уже подарки все готовы, мы все заряжены, погнали. Будто проникаем в чужой дом. Мне кажется, слишком светло, чтобы по ней проникать. Привет! Привет! С днем рождения! Пошел. Мы все приехали, если не дышим. Боря? Как ты? Ну как тебе? Ну смотри, куча подарков для тебя. Так, все, спасибо, погнали. Просто посмотрите на эту реакцию. Это тебе самый главный подарок, о котором ты еще не знаешь. Да, ты готов? Готов услышать, что сейчас будет все это. Сегодня ты попадешь на YouTube-канал Magic Five, главный ролик. 24 часа будешь управлять нашей жизнью. Будешь говорить? А у вас, я знаю эти ролики. И ты попал я именно в аэротрубу запустил. А, да, именно тогда я полетал в аэротрубе. Покажешь, как ты живешь? А, понял. Так, это что? Это твоя комната. Нет, это не моя. Эту комнату пока что охранник. Так. Это комната охранник. Но мне нравится, здесь панды. Да. Ты же знаешь. Да, он знает о нас больше, чем мы о себе знаем. Ну, я тоже вообще татуировку не дала Путина. Ты хочешь видеть тату Путина? Артур, давай. А, ты надевал? Пусть он покажет тату Путина. Давай. Официально первое задание Бори на 24 часа челлендж. Так уже ты нихера не можешь сделать. Давай, подожди, пока. Подожди. Тут нас не забанил, я чисто для тебя края глазиком. Смотри. Это Зеленский. Это да, Зеленский. И он бьет. А вот это Путин. Короче, нас сейчас позвали позавтракать. Ну, мне уже интересно посмотреть. О, смотри, какой шикарный завтрак. Главное, что есть майонез на столе. Артур. Майонез. Майонез. Good for you. Я прошу отметить. Майонез королевский. Черный. Это ты такое на завтрак кушаешь? Ну да. И на ужин, и на обед. Это мини-бургер? А, ну то есть ты сам понимаешь. Я вообще ем икру. У меня икра вообще всегда есть. Ты когда пробился? Первое, что ты попробовал, икра была? Молоко закрой. Покажи, как ты это делаешь. Я сделаю, как ты. Вот ты как, вот так, да, берешь. Это так, выглядит, как будто как мы в каком-то челлендже что-то противное едим. Вы не хотите попробовать? Просто давай, на счет три. Пробуй. Сразу ощущение, Дим, ощущение. Ты знаешь, как будто существует шоколадная рыба, но в ней обычная икра. Я не уверен, что это совместимо, честно говоря. Ну, я не умер, по крайней мере. Короче... По вкусу это странно. Но мне страшно. Я ты знаешь. Сейчас. Не, ну шоколад уже перебивает икру. Ну. Мы пробовали разные. Ну, типа, вот. Небольшая склейка того, что мы пробовали в жизни. Почему оно такое ужасное? О, да! Ну что ж. Сюрстремент не пробовал? Не, вообще. О, это так вкусно, ты не представляешь. Да, не слушай. Попробуй. Oh God, короче, тут только что такой вопрос возник. Прям на миллион долларов. Это правда? Что ты гей вообще? Боря спрашивает, правда ли, что я гей? Так вот, без детектора лжи пришло время ответить на этот вопрос. Раз и навсегда. Боря, ну если ты будешь моим парнем, я готов быть геем. Каждое утро есть шоколад с икрой, я не против. Боря говорит, что здесь у него коморочка со сладостью. Джингл белс. Итак, вот тут вот это все сладости Боря. Это что, оливковое масло или что? Не знаю, это может вино. А, нет, это ирландское вино. Хотите, это тоже, да, твои сладости? А, ну, можно сказать. Ну да, можно сказать и так. А вот сладости, которые любит Игорь. Это подводное вино за 500 баксов. Смотри, какая вот бутылочка. Такая с бриллиантами прям. Какая твоя любимая бутылочка? Моя любимая бутылка вот эта. Вот эта, да? Ну потому что она такая в камнях, да? Да, вот такая в камнях. Брезе. Тут вымыть.
Чего? Идите сюда, Андреева. Вот это Боря, это мы, это куча всего. М5 в разных цветах. Вот тут тоже, смотрите, фотография Magic Fire. Офигеть. Блудек, посмотри. А у тебя, кстати, есть блудек? Да. Я, кстати, заехал в магазин, купил ваши все вот, вот все просто, что у вас есть. Фокус, ты научился какому-то фокусу? Нет еще. А в картах ты разбираешься? В картах, да. Любую карту называй, какую хочешь. 207. Я кладу карту сюда. Скажи нам, сверху или снизу? Сверху. Сверху? Бери верхнюю карту. Всем квест. Это моя комната. Кстати, у кого-то у нас была такая лампа. У меня еще есть бугатти. Прекрасный вкус на животных этих. Да, ладно. Панда это твоя любимая? Одно из. Еще кошки и собаки. Сэбуда Украина. Есть ощущение, что здесь кто-то живет. О, у тебя есть кошка? Да. У тебя есть панда? У меня есть собака и кошка. А панды у тебя нет? Панды нет. Я ожидал, что будет панда. А вот тут вот уже начинается барахло. Тут мои всякие чувствушки. Только тут у меня лекарства, потому что я часто болею. Это все твои телефоны? Да, зачем? Зачем? А зачем тебе столько телефонов? Не знаю, я просто все свои старые храню. Море Apple Watch есть, просто отдельно стоят. Это же один из новых. Вот, включается. Он еще пока, я его не зарегистрировал. Ладно. Боря, а что это у тебя тут написано? Боро. Это, да, не, это... Боря. А, это ты перестал. Я понял. Я пришел, так и было. Я не знаю. Я вообще, ну, либо... А как? Гардероб Бори. Что носит Боря в свои 8 лет? Так, Дольче Габбана, да? Да, Дольче. Смотри, еще одна Дольче Габбана. Это что? Это, не знаю, это Фенди. Это Фенди, молодец. Найк, это понятно, это одобряю. Это что? А, тоже Дольче? Это Дольче Габбана. Тоже Дольче. Ты, короче, чисто на Дольче Габбана ходим, да? Да, у меня Дольче Габбана. Бори говорит, что у него есть своя коллекция Найков. Но тут-то мы и посорились. Пойдемте. Да, ну, интересно уже посмотреть. Дима поистине верит в то, что он сможет посоревноваться с Борей по поводу его коллекции с Найками. Смотрите, все это мое. Вот добро. Это все твое, это все Найки. Ну, дофига, Найк. Кастом на воду проехать. О, вот эти крутые. Тебя сделал, типа? Или что, я не могу понять. Ты смог позволить такое, когда мне уже было 20 с чем-то, а вот Боря 8. Да, мне 8. О, это игровая комната? Да, это игровая комната. А ну давай, да, да. Это мечта да. моего детства. Да, у меня для Бугатти, но это именно Лего. Эту сам собирал? Это по-моему, ты здесь капота. Я помогал, но я почти все сорвал, мама. Нормально. У меня рука такая, это все есть, пока... Господи, это Бэтмобиль! Слушай, корабль НАСА. Хогвартс. Боря, ты хочешь принести подарок? Самому интересно, что там прям. Да, это кипс какой-то, я не знаю вообще. Скажите, вам тоже интересно, что дарят обычно Боре? Тем более уже 8 лет, где с каждым годом подарки все лучше. Мне реально интересно. По крайней мере, вы понимаете, что дарили Дима Евтушенко на день рождения. Тосты. И фулл сет разбитого сердца. У тебя фулл комплект. Да, подписывайтесь на канал, если вам реально интересно что-то. Давайте, открывайте. Конечно, я подпишусь обязательно. И ты подпишись. Красный, постой. О, это шахматы? Да. Так, но я уверен, что вот это нарды. А, Дим, я уверен, что вот это шахматы. Смотри. Я уверен, вот это шахматы. Смотрите. Тоже уверен? Я тебе рассказываю. Вот эта сторона, это шахматы. А вот эта сторона, это нарды. И вот тебе идут для них вот такие штуки, где ты расставляешь, и вот тебе я кости, в которых ты играешь. Давайте смотрите, что делаем. Так что это и нарды, и шахматы, я сразу и вы, понял. И я прав. Сейчас я вам покажу коллекцию оружия, которое я насобирал свои 8 лет. What? Что? 8 вы лет уже это? Есть коллекция оружия. Ну, идем посмотрим. Я думаю, это мертвые. Мертвые какие-то, да? Да, скорее всего. Так, и что, Боря, что, где твоя коллекция оружия? Ну, Никита. То, что вы говорили. А, нерф. Серьезно? Нерф 1, нерф 2. Офигеть, слушай, это же такая... Это точно же пушка, как у меня. Мне Эскобар подарил, один в один. Это нерф? Да. Это нерф? Настоящий. В смысле? Настоящий. То есть в твои 8 лет у тебя есть свое настоящее оружие? Да. Can you something tell about this weapon? It's real or soft? This is a 6-hour airsoft replica. You know, it's a replica used for games, for airsoft, for having fun and some... It's meant to kill people. No, with this one, no. This is
Hashka. It's unloaded now. It has no ammunition, but believe me, this is real stuff. You can make a lot of damage with this one. Yes, this is a... Из какого из них ты стрелял? Стрелял вот из этого, из этого. С какого из них ты попал? Не, я не попадаю, попадаешься. Знаешь что, я вот всегда мечтал записать трек с Magic Five, вот с вами. Так, это значит твое задание, да? Да, это мое задание. Ну, мы говорим да, у нас выбора нет. У вас выбора нет. Сегодня 24 часа говорим тебе да, погнали. Хорошо, тогда одевайся. Да, я одену. Смотрите, чтобы просто выехать с малым, у нас 4 человека охраны, 3 машины, и вот это, чтобы вы понимали, с мигалками. А вот охранный пес еще. Санек, ты че? Федя, видишь, я как знал, что у него мужское имя. Дядя Федя в прошлом КМС по боксу. Есть выбор. Тесла, либо автобус. Димон, что ты выберешь? На чем мы поедем? Ну я бы Тесла, конечно. У нас есть икруя, и в ней голый багажник. Вы сегодня прокатитесь в багажнике, ребят. Нормальная тема. Хорошие конкурсы, мне нравятся. Давай не я. Боря, а часто ты такие конкурсы загадываешь? Такие, да, часто. По-моему, ты уже ездил в багажнике. Судя по Боре, у него немножко другие ситуации, когда он катает людей в багажниках. Есть ощущение, когда он катает людей в багажнике, это не челлендж. Боря, сколько ты больше всего денег держал в своих руках? Наверное, 1050 евро. Евро. Я, получается, теперь респект на минималках, а Боря респект на максималках. А мы тем временем приехали вот этой всей компанией на трех машинах на студию, где, собственно, и запишем трек, который попросил записать Боря. Let's go в студию. Я как раз готов, одет как рэпер. Мама Хасла. Вы в одной из самых сильнейших студий. Она вообще открыта, если тут никого не показывает. Не, он может, он выбивал уже двери. Мы были на квесте, чел мне отвечал минут 10. И Юра такой думает, блин, Солнечко слишком долго типа ждать. И он выламывает дверь, две двери, одна решетчатая, другая просто железная. Заходит такой, ему дает по лицу, он бежит такой скрипом, помогите, типа меня бьют. Это просто невероятные эмоции, когда у кого-то детство оказывается лучше, чем наша жизнь сейчас. Ты очень весело с Борей. Я покажу тебе дядь Фокус. Давай, дядь. Давай. Я не такой старый, Боря. Так, 100. 100 долларов. Это 100 долларов? Так, и что, в чем фокус? Сейчас я просто сожму ее. Да, сжал ты. Положу ее, щелкну пальцем. Щелк. Ставку получил. Еще раз. Что, поставил на паузу? Давай еще, давай, я сделаю вместе. Давай. Паузу, надо, чтобы деньги подменили. Щелк. Ты взял? Давай. И? Все. Ага. Офигеть! Смотрите, нас приятно. Забыл денег. О, кстати, багажник, помните? Да, что багажник? Ну, багажник я хотела. Давай. В смысле, хотел нас багажник? Ну, багажник. Давай, не, ну, Борь, ну это же какой-то детский сад. А я-то жду. Ты видишь, что происходит? Можно не так быстро? Я всегда говорил, ты мой лучший друг. Тебе понравилось издеваться над пацанами? А ты хочешь с ними покататься? Да, я хотел. Боря, отойди. Тихо! Пацаны! Пацаны, с вами там все нормально, э? Открывай! Нормально! Так, здесь Боря! Боря Хаверит, что хочет с вами покататься! Боря хочет с нами? Давай! Дети, нет. Чего это? Ну когда ты еще с Magic Five покатаешься? Что мы говорим? Пока, пока охрана не смотрит! Штефан! А! Штефан бежит! Штефан! Тихо! Стой! Чуть-чуть мы могли бы на кольце вылететь. Только меня не держали. Пацаны, вы мне отомстили. Я понял, это было специально, чтобы вы вылетели. Поляныте. If you like the rhythm, if you like the blues. Так, Боря, слышишь, уже бит готов? Пошли послушаем. О. Итак, мы приехали на запись. Уже нам Боря показывает свой личный микрофон. Это ты все сделал, да? Ну, студию эту построил. Студию нет. А кто? Не знаю. Ладно. Зато честно, я думал, скажешь, что я. Итак, респ у нас первый. Будем все слышать, то, что он поет, весь бит,
всю музыку. Тут мы будем видеть, как сводится. Так, Боря нам сделал так, что у нас выводится прям камера. И вот там на телеке, смотрите, мы видим вон там справа. Плохо видно, но, короче, там рез с Артуром. Димка, респект, рэпер номер один. Ра-та-та-та-та, прокинайся, приехала братва. Наше витание, вид Magic 5 родины. Починаются твои 2-4 родины. Ра-та-та-та, ра-та-та-та-та. Короче, нам вообще повезло, задания вообще не жесткие. Бывало жестче у нас на видосах. Смотри, ребята, хотите жестко? Вот давайте, на кого укажет бутылка, того убьет мой охранник. О! О! Тебя это Женка. Степан, ну не гони! Камон, бой! Он его реально утолил! Просто жесть! У меня зуб болит, Кир. Ничего страшного. Мне, походу, надо к стоматологу. Я в Одессе сделал здесь зубы, я знаю, куда мы можем пойти, где реально крутое место. Я думаю, это сейчас быстро исправимся. Давайте больше без жести, пожалуйста, без вот этой хрени. Все, друзья, вот мы уже и приехали, это Маслов клиник, самая топовая в Одессе. Именно здесь я делал свои зубы. Все нормально, хуже уже не будет, Дим. Здесь профессионалы. У нас там проблема такая, смотрите, у него убили зуб. Вы видели этого чувака? Ну, он реально профессиональный боец. Ну, типа, спасибо, что ты не сдох. Я вообще не представляю, как это произошло. Я больше не буду подписываться. Давайте в следующий раз, если он крутит, я не участвую. Добрый день, дамы и господа, я Борис Бурда, битмарь Артур Томашевич. И сегодня мы пишем трек Б-Б-Б-Боре. Мои коллеги Бурда, все не прошло так. Земною Magic 5. Бля, можно не сбивать? Я сейчас не сбивай, я тебе говорю, чтобы ты громче пил. Хорош, Бурда. Меня просто тупо наказали. Тупо доказал. Да потому что не сбивай, я только настроился. Мы наконец-то закончили трек. Артур так старался, блин. Он нереально круто звучит. Я уверен, топ-чарты номер один. А сейчас нужно спешить. Пишем. Ра-та-та-та-та. Прокинайся, приехала братва. Наше вітання від Magic 5 родини. Почались твої 2-4 години. Ей, стоп, охолонь. Так. Охолонь, сьогодні день без заборон. Так. Це реально, моздолонь вогонь. Це реально. Це хвилює більш ніж тракціон. Так. Покрутив пляшку, отримав ляпас. Мізки в тряска, це ми так бавимося. Вот такий вийшов фокус. Краще б я, що я б отримав корпус. Magic Fight, ти дивися кайф. Усе ще заводобте тікі-так. Тільки-так, то тікі-так. Ми летимо в скомов літак. Інакше ніяк, все інш дурня. Мої хлоп'я, моя сім'я. Відбуй так, та лише так. Тікі-так, тікі-так. Голові бардак, це не просто так. Так. Зі мною Magic Fight, Magic Four. Я можу так або так. Мій час впливає тік-так. Тік-так, тік-так. Я втримав своє слово, брате. Вітер вісить твоє паті. Інші можуть лише заздрити. Ми молоді та багаті. Я втримав своє слово, брате. Вітер вісить твоє паті. Інші можуть лише заздрити. Ми молоді та багаті.